Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Канал посвящен жизни за кадром индийских актеров. Айшвария Рай Баччан начала съемки для своего следующего проекта «Панин Сельван». Ее сопровождают Абхишек и Арадхи в течение текущего графика. Баччаны нанесли визит семье южного актера Сарадкумара Пудучерри, и его дочь, актриса Варалаксми Сарадкумар, поделилась несколькими фотографиями с этой встречи. Когда две семьи находятся в одном кадре, одним щелчком мыши Арадхи запечатлена стоящей перед Айшварией, и девятилетняя девочка выглядит почти такой же высокой, как ее родители. Одетая в красивое белое платье в цветочек, Арадхи весело улыбается в камеру. Осыпая похвалами Айшварию, Абхишека и Арадхи, Варалаксми Сарадкумар написала в Инстаграм: «Вчера вечером встретила трех самых теплых и скромных человека. Никто иной, как великолепная Айшвария, красавчик Абхишек и их самая милая дочка Арадхи. Несмотря на семьи и происхождение, из которых они происходят, их смирение и теплота были настолько удивительными, что я была просто переполнена любовью. Было так мило с вашей стороны встретиться с нами и провести с нами время. Пусть Бог изольет все свои благословения на вашу семью». Айшвария Рай Баччан и Сарадкумар вместе работают над фильмом «Панин Сельван», режиссером которого является Мани Ратнам. Этот исторический фильм вдохновлен одноименной исторической книгой Калки Кришнамурти.